Вали отсюда! Мне нужна эта машина! А я вот попробую таки вернуться. И знаете что? Меня на трассе никто не ищет. Как-то это не очень интересно. Мы с ним обменялись местами, знаете, его теперь разыскивают, а меня нет. Ладно, сейчас попробую выехать и, соответственно, уехать к чертям оттуда. Желательно уехать как можно дальше, что самое интересное. Выезд. Причем уехать, знаете, на шоссе, например. Задание выполнено. Второй. Хотя, на самом деле, меня-то не разыскивали почему-то. Ну да, окей. В итоге получается, что деталь, подвеска, все дела. Минус один. Отправить в штаб. Все, продолжить, ладненько. Драйва в этот раз не получилось показать. Ну да и, собственно, ладно. Фиг бы с ним. Ух ты! Она прекрасна. Бывало и лучше. Но редко. Позже наш маленький подарок заберет один из V6. Надеюсь, перед тобой уже новый V4 со Среднего Запада. А ты, мой друг, вполне заслужил новую метку. Ха-ха! Ты сделал это, парень! Теперь я V4 Среднего Запада, а ты вступил в 5-10. Ты заслужил метку, старик! Так я в деле? Да, по всем бумагам! Теперь это официально, и думаю, тебе не терпится поколесить по миру! Скажи, что нужно. Парень по имени Эрик Цу заправляет делами бритвы на восточном побережье. Получается не очень. 5-10 теряет кучу денег. И я обещал помочь. Разберись с проблемами на восточном побережье. Понял. Ну что ж, поедем разбираться с проблемами на побережье. Никуда нам от этого не деться. Впрочем. Давайте-ка еще осмотрим. Что у нас здесь есть? Уже две метки на Среднем Западе исследовали. Получили 2000 баксов. Кстати, слушайте, мы за это баксы получаем. Как круто. Если это так, то это мне даже нравится. Кстати, а почему бы не посмотреть, что у нас есть интересного в ближайшем месте? Так. Задания, в принципе, здесь выполнены, так или иначе. И нам нужен Нью-Йорк. Нью-Йорк. А ну-ка. Давайте-ка мы сгоняем все-таки к дилеру в Нью-Йорке и посмотрим, какие тачки у него есть. Впрочем, денег у нас не так уж и много, но... Я думаю, это будет неплохо. Поехали. Под хорошую музыку и хорошее настроение мы переключаемся на поездку в Нью-Йорк, что дает нам неограниченный, спокойный маршрут. Врезаясь во все, мы будем ехать и радоваться жизни. Хотя лучше
солнечный Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Окей. Сжиговаривает шамой жик, но это нормально. Нас ждет поездка хорошая. Так, кстати, вот давайте попробуем прицелиться. Вроде бы здесь более или менее по прямой. Видите, ключевая фраза скорее менее, чем более. Эй, ну я ж попал. В чем проблема? Или там прям надо вот четко в центр. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть совсем. Ладно, посмотрим, что нам добавит, не добавит. Надеюсь, что что-нибудь интересненькое нам добавит. И... отправить штаб. У нас деталька получше. Продолжить, конечно. Так, ведется видеонаблюдение, значит, где-то рядом здесь копы есть. А вон он впереди, вижу. У нас 34 километра. Знаете, давайте мы пообщаемся с полицейскими. Алекс. Зои. Ха, должна признать, я впечатлена. Ты что, сомневалась во мне? Ха, да я тебя не подкалываю. Но это первая ступенька лестницы. Главное, не тормози. Ясно. Что дальше? Нью-Йорк. Я вышла на Гарри, механика Дейтона. Гарри? Черт возьми, он был нам как отец. Да, тебе нужен хороший механик, которому можно доверять. Поезжай. Координаты я скинула. Итак, мы продолжаем гоняться с полицейскими. Я надеюсь, что у меня это хорошо получится. Не как обычно. Полицейские, ребята веселые. Поэтому нам будет определенно весело доезжать до нашей цели. Эй, тихо, тихо. Вот это, кстати, наглость. Резкий разворот — это уход от полиции. А, то есть нас не схватили. То есть нас перевернули, но нас не схватили. Слушайте, а вот почему, кстати, я их не могу развернуть с полицейским разворотом? Помните, в мосту? Вон тут прям вот очень даже классно спасало. Так. Что-то мне, ребят, совсем не нравится, как это все происходит. Что-то эта дорога мне прям совсем не нравится. Ладно. Будем гонять, что уж сделаешь. Раз не получилось повеселиться с копами. Ну, что я могу сказать? Не люблю я повороты. Такого типа, когда вот постоянно вот такие вот ограждения, нельзя вылетать, например, ни за какую дорогу. Вас постоянно ограждают. О, кстати. Поехали к по рельсам. Слушайте, вот вибра от геймпада прям великолепно передается, как будто мы действительно едем с вами по рельсам. Отличнейшим, просто отличнейшим образом все. Коровки! Кстати, людей сбить нельзя, коровок сбить нельзя. В принципе, это хорошо. Но не передает на самом деле реализма. Впрочем, если бы мы кого-то сбили, наверное, бы нас искали намного-много сильнее. Нет, все-таки вот этого вида буду смотреть. Бампер у нас автоматически починился, стоило нам только отмотать камеру.
Так, 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 давай-ка, давай-ка, давай. Ну, нечестно. Сволочи. Чуть-чуть не хватило. Ладно, подвеска серебро. Чё нам за это дадут, не дадут? Улучшит, не улучшит. Минус 7 аж, ё-моё, зря так старался. Ну, в принципе, зато баксы, опыт и на счёт нам дали очки. Свой плюс, конечно, в этом тоже есть. А пока мы медленно и приятно продвигаемся в Нью-Йорк. По каким-то объездным, непонятным для меня путям. Да почему бы и нет? В любом случае, все это весело и приятно, на мой взгляд. Я не знаю, я люблю в гонках именно, знаете, вот гонять по, скажем так, городам, поселкам. Именно вот просто свободная такая вот езда, чтобы не напрягаться, там, что тебе нужно какие-то миссии выполнять, что-то. Просто я люблю ездить. А вот. Не, естественно, я прохожу, конечно же, сначала всю кампанию, все дела, но езда по вот таким бездорожьям, да и, собственно, по городским улицам, это приятно. Брать, кстати, как пример тот же самый Watch Dogs, в котором я любил в основном, знаете, именно просто ездить, нежели выполнять миссии. Потому что там, кстати, довольно приятная по вождению игра, на мой взгляд, опять же. Вот, да и в принципе приятная игра. Более или менее. Вот. Пока я так смотрю, на дорогах ничего интересного нету. Там рядом комп между нас. Между нами и нашим Нью-Йорком. Еще один. Что-то копов развелось прям. Машинка, кстати, стала дико послушной. Достичь восточного побережья в первый раз мы получили достижение, скажем так. Интересно, есть достижение достичь восточного побережья во второй, третий, четвертый раз? Вот, смотрите, я не знаю, отображается это у вас или нет, но по идее должно Опа! Стоп! А ну-ка! Вот, но камера иногда по непонятной причине дергается. Где-то... Где-то здесь должна быть машинка. Кстати, некоторые машинки довольно трудно достаются. Вот она. Вот эта красавица. Найдены детали. Отлично. Так, нам в ту сторону. Пока что все идет отличнейшим образом. Мы нашли еще одну машину. На всякий случай отображу на карте, где она, собственно, находится. Вот. Вот тут она примерно. Где-то она вот здесь вот находится. В общем, ищите ее на карте вот тут. Ну, это для тех, кому интересно, где она находится. Кстати, надо было прошлую тоже показать. В общем, такого плана, я думаю, что машины найдут почти все, а вот те машины, которые находятся на различных именно трассах такого скрытого типа, найдут, наверное, уже не все, и вот их надо будет показывать прям, скорее всего, четко. Но я думаю, что где-нибудь в интернете уже 100% есть либо ролик, либо, скажем так, описание того, где данные машины могут находиться. Стоять! Тут сейчас как-то прям меня нехорошо занесло. Очень нехорошо причем. Ну да ладно. Так, а что это у нас? Оставайтесь в пределах трассы. Не очень я это дело люблю. Ну давайте, ладно, останемся, почему нет. Я надеюсь, что нам за это дадут нечто более приятное, чем то, что у нас сейчас есть. Не дадут.
Давайте заново. Давайте заново. И лучше все-таки переключиться вот в этот вид. Из него мне будет чуть проще управлять машиной в этом плане. Что здесь нужно именно оглядывать, что будет впереди. Это проще сделать, когда ты все-таки гоняешь с такого вида. Что врезаться, например, в такой грузовик у меня нет, ну, просто никакого желания. Вот хотя бы серебро мы с вами заработали. И на том спасибо. Так, уровень аж 17 для машины дается. Ух ты ж, мама дорогая. 148 плюс 10. Так, установить, отправить штаб. Пущай валяется. Пусть чай валяется. Ладно, 17 километров от меня кто-то есть. В 6, в 7 и в 3. Оп. Где? Так, где-то там есть радиовышка, я так понимаю. Видимо, да. Все, сейчас посмотрим. Так, давайте вот эту точку быстренько активируем. Нам покажут тот город, который мы сейчас видим. Дадут аж целых 25 опыта и 2000 баксов. В принципе, неплохо, не правда ли? Город выглядит довольно интересно, красиво. Ну, что-то такое, знаете, старинный городок Америки, где можно неплохо отдохнуть. Ладненько. Так, теперь поехали изучать, где же наша маленькая приятненькая машинка. Ага. Нам нужно как-то проехать вот сюда, видимо. Оп. Стоп, 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 стоп. Вот такую веселую тачку мы, я так понимаю, получим. Или... А, я, кажись, понял. А мы получим не конкретно одну из тех тачек, которую мы ищем, видимо. То есть мы собираем чисто детали, дабы собрать из них потом конкретно тачку. Какую именно, я не знаю, и не факт, что ее, кстати, покажут. Ладно, продолжаем путь. Осталось 14 километров. Ну, кстати, как я смотрю, вот сейчас вот стало после основательной хорошей перезагрузки, чистки компа, лагать прям вообще не лагает, летает на ультрах, и все супер. И это с фрапсом, ребят, причем. Что на самом деле довольно... Так, нафиг, я не хочу эту гонку гонять, мне это не интересно. Тем более там фиг знает, куда выезжать надо. Развернитесь на 180 градусов. О, серпантины. Не люблю я серпантины. Уже не раз об этом говорил. За что, кстати, ненавидел в свое время NFS Carbon, потому что там приходилось гонять на серпантине. Мало того, что гонять, так еще и своих соперников нужно было на этих же серпантинчиках обгонять и попытаться не вылететь. По возможности еще и их туда вытолкнуть. Это дело, конечно, веселое, но дрифт такого типа это все-таки не мое. Немножко изменили ландшафт заборов. Да, именно ландшафт и именно заборов. Так. Остается менее 10 километров. Довольно быстро, на самом деле, проезжаем, но минут 15 уже минимум я еду. О, оставайтесь на линии. Это интересно. О-о-о. Не в ту сторону у нас линия, блин, она мне мешает. Хотя я не думаю, что я сильно что-то там заработаю на самом деле, но попробуем.
А линия зараза уменьшается, вот смотрите. А, подстава! Вот это была подстава. Это была подстава. Ладненько, 15 уровень нам дали. Серебро. Делает неплохое умножение, плюс 7. Точнее, как умножение, просто плюс 7 делает. Вот, ну, ладно, поехали дальше. Почему бы нет? Мы едем, едем, едем в далекие края. Дабы увидеть какое-нибудь интересное чудо. Не знаю, я вот серьезно очень люблю вот так вот ездить. Просто ради удовольствия. Помню даже, как, например, вспоминая ту же самую «Мафию», например, первую. Причем именно первую, не вторую. Хотя, во второй тоже так делал. Там, если кто помнит, полицейские вас могли поймать за то, ну, точнее, начать ловить за то, что вы, например, нарушили, проехали на красный свет. В последнее время я не видел такого, ну, наверное, нигде. Вот. И в связи с этим я там очень любил в свое время, знаете, вот именно так ездить, соблюдать правила дорожного движения. Причем не только, когда копы были рядом, но и тогда, когда они были далеко от меня. Не знаю, нравилось мне это дело. Гонять, конечно, это весело, но, знаете, вот иногда вот просто пособлюдать правила тоже прикольно. Да, чуть-чуть до золота не хватило, вот буквально. Ладно, что нам дали? 16 уровень, ну тоже. Все на вырост. На вырост мы себе собираем. Хотя не уверен, что этим воспользуюсь, но ладно. Потому что до 16 уровня у нас уже все будет собрано, все что надо. Мы получили несколько сообщений о водителе Лихаче, он неподалеку от вас. Патрульно приступить к розыску. Да, вы уже меня не найдете, ребят. Все хорошо. Ладненько, едем дальше. Мы, собственно, почти добрались до цели. Ну и, наверное, когда я доберусь до цели, я уже приостановлюсь. Гоночка, скорее всего, будет уже в следующей серии. Хотя посмотрим, все может быть. Монтирует я уже после. Оставаться в пределах трассы. Давайте, кстати, попробуем вот эту штучку сделать. Он зато 12 уровень. Плюс серебро получили, опять же, на вырост, я так понимаю. Да, 16 уровень. Ух ты ж, прям плюс 18. Вы посмотрите, как нам прям прибавляет нехило. Так, ладненько. У нас где-то впереди миссия. Точнее, позади нас миссия. Я-то еду как раз вперед, чтобы посмотреть, какие там машинки есть. А, точно, я же еду не по миссии, я же еду по машинам. Сейчас только вспомнил. Вот мы, собственно, добрались до Нью-Йорка. Вот наша статуя свободы. Веселая, нью-йоркская. Добраться до нее, естественно, скорее всего, насколько я понимаю, не получится. Но почему-то на нее не поглядеть. Скажем так, когда в следующий раз кто-то из вас в ближайшее время поедет в Нью-Йорк. Я, например, не планирую. Выйти на Гарри было непросто. Лучше поторопись, пока он снова не лег на дно. Ага, нам тоже дали миссию, но мы все-таки пойдем и посмотрим, что за тачки там продаются. Итак, Ford, Dodge, кстати, Dodge, в принципе, так
Ничего, ничего, так я вам скажу. По виду. Неплохо вроде сделан. Приятно. Ну ладно, следующая машина. Nissan Skyline. Довольно, кстати, шустрая штука. Chevrolet Camaro. Тоже классная машина. Charger. Классно. Машинки классные сделаны, суперские. Так, кстати, у нас здесь будет какая-то машина. Машина какая-то будет внедорожная. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас будет. Разворачиваемся и едем назад. Итак, всем тем, кто добавился ко мне в друзья и прочее, кто хочет со мной поиграть, соответственно, я сообщаю, что играть со мной может получиться только в тот момент, когда я буду записывать, и, естественно, без микрофона и чего-либо. Всем спасибо за внимание по этому поводу. Смотри, твои друзья в игре. Не хочешь создать команду? А думаешь, в данный момент стоит создавать команду? Ну да ладно, не знаю, посмотрим. Чуть позже этим вопросом зададимся. Кстати, вот интересно, какой у нее сейчас уровень? Так, командный список. Оу. У него аж 50-й. Мне до него далеко. Ладненько. Когда он успел набить 50-й уровень? Ну окей. Ладненько. Погоняем, погоняем. Кстати, не забывайте здесь отписываться. Алекс, нам нечего делать на восточном побережье без Гарри. Но чтобы поговорить с ним, нужно сначала до него добраться, ясно? Так вот, не забывайте отписываться под видео по поводу того, чтобы я знал, кто именно у меня, собственно, из народа участвует.